This conference will now be recorded. Максим присоединился, вижу Екатерину, Наталью, Станислава. Я вас приветствую. Меня зовут Галина Шадуна Тулебаева. Я преподаю цикл курсов по МСФО. Вот моя визитка. На сайте можно также почитать. И мы с вами говорим о базовом курсе. В контексте более широкой темы о необходимости знания международных стандартов, в принципе, бухгалтеру даже, который работает в российской системе пока бухгалтерии. И давайте вот посмотрим с такой вот как бы системной точки зрения, насколько актуально сейчас именно изучение международных стандартов. Вы, наверное, знакомы с нашим центром, возможно, вы проходили какие-то курсы по другим темам, и я думаю, что в любом случае вы наслышаны о центре специалист. 30-летие в этом году мы отмечаем деятельности нашего центра, и, как всегда, констатируем успехи даже в такие сложные времена. Мы не прекращали деятельности своей. И в смысле, а вам больше, наверное, расскажет менеджер нашего центра. А я, собственно, перейду к сути самой темы. И говорим о необходимости знания международных стандартов ввиду того, что большинство уже, можно сказать, компаний просто обязаны составлять отчетность по МСФО. Для многих компаний наступила эта обязанность 10 лет назад, практически в 2012 году. Это не только банки, это не только страховые компании, но и все компании, которые торгуют своими ценными бумагами, как долгового, так и долевого свойства, на любого уровня биржи. Поэтому для многих это уже история компаний, а для тех, кто подсоединялся, большая компания, тех, кто обязан составлять отчетность по МСФО и отчитываться, соответственно, перед Центробанком, а пополнилась, вот, влилась большая компания компаний в 2015 году. И так постепенно, потихонечку, это становится обязанностью практически всех компаний. Закон, который регулирует 208 ФЗ от июля 2010 года, в принципе, он содержит такую объемную фразу, что все российские компании рано или поздно будут обязаны составлять отчетность по МСФО. Просто для каждой специфики, для каждого направления бизнеса все это наступает по разным срокам. Но в принципе, безусловно, это коснется абсолютно всех компаний. Острая необходимость знания международных стандартов, конечно же, обусловлена
с кардинальной перестройкой российской системы формирования финансовой отчетности. Я имею в виду вот эту большую программу, которая предусматривает переход на федеральные стандарты учета, которые являются абсолютными аналогами МСФО. И вот первая ласточка, стартовавшая вот в этом году, это, конечно, стандарт запасы. Я имею в виду, закрывая 2020 год, мы уже должны были видеть учет запасов в соответствии с МСФО, ибо стандарт российский, посвященный запасам, является просто буква в букву соответствующим стандартам МСФО. Но, как вы понимаете, когда идет вот такая трансформация, что ли, документа, неизбежны, во-первых, неоднозначные трактовки каких-то моментов, да? Потом, понятное дело, что есть ряд моментов в российской действительности, которые не позволяют буква в букве перенести текст международных стандартов. И в случае, допустим, запасов возникает масса нюансов, которые требуют вот осмысления, до сих пор еще дискутируются, потому что всегда есть альтернатива. Пока не изменен закон, пока не поменялось законодательство, а в данном случае это налоговый кодекс Российской Федерации, мы вынуждены из-за несовершенства именно законодательства, если уж совсем политкорректно, из-за несовпадения нашего законодательства российского и большинства западных компаний, у нас идут расхождения и перед бухгалтерией, перед главным бухгалтером, перед руководителями стоит выбор. Либо мы с вами не все расходы учитываем как при расчете налога на прибыль, либо мы рискуем попасть на штраф. Так что даже вот в этом контексте надо понимать возможности новых стандартов российского законодательства, российского бухучета. А для того, чтобы это понять, надо хорошо знать первоисточник, рамки вариаций того, как поступить лучше, оптимальней. Ибо в самой идеологии международные стандарты – это совсем другая система, абсолютно, идеологически. Конечно, можно говорить утилитарно и говорить о том, что вот, допустим, по там, учету основных средств в российском учете мы начинаем начислять амортизацию на месяц спустя готовности объекта основных средств к эксплуатации. А в МСФО принято и затверждено в соответствующем стандарте ФРС-16, посвященном основным средствам, амортизацию начислять ровно в том месяце, в котором объект готов к эксплуатации. Можно в таком вот варианте рассуждать о разнице двух систем формирования отчетности. Но на самом деле разница колоссальная именно в самой идеологии, на которой базируются международные стандарты и вот российская система формирования отчетности, она скована, во-первых, реализации, собственно, да, правил, ибо у нас уже, можно сказать, не то что бетонные, а железобетонные правила учета, эти вот окаменелые проводки, которые существуют не один десяток лет, они незыблемы. Если не приведи Господи, проверяющие с налоговой увидят какую-то вариацию, это просто сочтут как незнание бухучета. А вот международные стандарты, они позволяют вариативность по-разному учитывать, а, соответственно, отражать конечную отчетность. Ибо
по своей идеологии. Международные стандарты – это стандарты того, что должно быть в конечной отчетности, что должно быть в самих отчетах, в балансе, отчете о финрезультатах, в ДДС, отчете о движении денег, отчете об изменении капитала. А вот наши бывшие ПБУ и грядущие ФСБУ – это стандарты учета. То есть чуть ли не до проводок нам диктует наш российский свод наших ПБУ, как учитывать ту или иную хозяйственную операцию. МСФО вообще не волнует сам учет, они потому и называются, обратите внимание, стандарты финансовой отчетности, МСФО, О, отчетность, последняя буква. А российские документы, даже новейшие запасы, он все-таки федеральный стандарт бухгалтерского учета, понимаете? И вот эта идеологическая разница, она, конечно же, диктует, так скажем, иногда другую реализацию международного стандарта, когда мы говорим о российском аналоге. И поскольку вот эти неточности, они носят временный характер, и все это будет двигаться в сторону уже идеального совпадения с международными стандартами. А я хочу вас уверить, что вот дальше Бреста, что называется, да, наша российская отчетность, она не читаема никем. А вот международные стандарты – это, по сути, сосредоточие всего опыта многих-многих специалистов со всего мира. Когда разрабатывается новый стандарт международный формирования финансовой отчетности, то прежде всего анализируется опыт по вот этой теме всего, что наработало человечество в области учета по всему миру. Стараются взять все самое лучшее из тех наработок, которые есть в каждой стране. Там, где существуют развитые там системы формирования отчетности, скажем, Америка, Германия, да, а вот опыт этих национальных документов ложится в основу и берется все лучшее при формировании вот этого универсального инструмента. Ведь МСФО как раз создавалось для того, и, собственно, возникновение в 70-х годах обусловлено как раз тем, что нужен был универсальный инструмент, когда надо было сравнивать отчетность разных компаний и в разные периоды времени. Когда возникли и стали действовать транснациональные компании, и надо было анализировать деятельность по компании вот этой большой транснациональной в каждом представительстве, в каждом регионе, где дочерние компании, где сырные компании. Вот это все должно было как-то выглядеть единообразно, чтобы сравнивать результаты в целом по транснациональным компаниям. Вот откуда возникла необходимость. Как всегда у каждого явления, тем более такого глобального, как представление финансовой отчетности, есть какая-то вот такая жизненная необходимость. И поэтому разработка международных стандартов – дело очень ответственное. Я вам могу сказать, что, например, стандарт по финоинструментам, а финоинструменты – это не только экзотика, какие-то там деривативы, свопы, фьючерсы. Это обыкновенные кредиты, дебиторская задолженность, кредиторская, то, что присуще любой компании. Вот этот стандарт разрабатывался 10 лет. С 8 года вот по 18, когда уже мы приняли действия в обязательном порядке. Так что это опыт многих-многих специалистов, лучших специалистов. И понятное дело, что если в чем-то пока что российский документ еще не совсем достиг этого высокого уровня, он будет максимально приближаться. А для того, чтобы вы видели вот эти пока что еще огрехи,
надо знать первый раз снова. И поэтому вот для того, чтобы даже работать комфортно в российской бухгалтерии, необходимо знание первоисточников, а значит, нужно познакомиться с теми международными, которые действуют сейчас. И что еще я хочу подчеркнуть, что вот эта вся совокупность международных стандартов – это некая целостная система. И когда вы вот попадаете на курс базовый, вы получаете вот эту всю систему, как бы сформированную целиком, не отдельно каждый стандарт, а вы видите вот концептуально всю систему формирования финансовой отчетности. А вы видите взаимоотношения основных отчетов. Вы видите, как любой доход и расход, он одновременно отражается и в балансе, и в отчете о финрезультатах. По ходу практических уже курсов дальше это воплощается уже и в технологии. Так что вот эта системность, присущая совокупности международных стандартов на базовом курсе МСФО, она вот прослеживается в той последовательности, в которой идеологически выстроена вся эта система. Так что прежде всего, для того, чтобы комфортно чувствовать себя в ближайшие 3 года, а в эти 3 года будет переход всех ПБУ на федеральные стандарты бухучета, то есть аналоги международных, это пока вот только запасы прошли. И то масса нюансов и по определению справедливой стоимости, и вопросы при демонтаже, допустим, основных средств, когда мы с вами получаем запчасти, как их вот в качестве запасов, в какой стоимости, как это все делать, перенос и так далее. Это достаточно удачный документ, надо сказать, что процентов на 95 он, в общем-то, точно передал сам механизм учета запасов. Так что это удачный. Но еще раз повторяю, есть моменты, которые требуют отдельного рассмотрения и неоднозначные там подходы. Благо МСФО разрешает. А вот привыкнуть российским бухгалтерам к этой вариативности пока что чисто психологически сложно. Когда вы отслушаете базовый курс, вам совершенно легче будет как бы узнавать, когда будут постепенно вот вводиться, ну, вы знаете, в следующем году основные средства пойдут. Это один из самых таких объемных стандартов. Не сказать, что сложно, но тем не менее, не сразу. Это дело не одного дня проникнуться духом новых документов, которые, по сути, это переход на МСФО, наконец-то, фактически долгожданный, который анонсировался в течение 20 лет. Фактически начался этот самый переход, вот начиная с запасов, дальше пойдет. Вообще хотели начинать с аренды, потому что, как вы знаете, учета аренды по РЦБУ практически нет. Ну, сдвинули. Кроме того, что вам необходимо знать первоисточник, чтобы понять, насколько полно, насколько удачно, насколько комфортно произошел переход уже в виде русского руководства к формированию отчетности, учета, а потом отчетности. Тут я еще должна вам сказать, что бывает и такое, что переход этот как бы осуществлен, но не до конца. Правда, это касается, ну вот я приведу такой пример. В российском учете не было статьи «Активы на продажу». По международным стандартам в эту статью
в международном плане счетов эта статья предусмотрена. А туда переводится из, допустим, основных средств, это касается долгосрочных активов, поэтому прежде всего речь идет о основных средствах. Так вот, туда переводится в эту статью то, что мы собираемся продать, причем продать в ближайшие 12 месяцев. То, что мы в принципе собираемся продать, но не гарантированно в ближайший год, это не относится к этой статье, это именно то, что должно продаться не позднее 12 месяцев с момента решения. Так вот, в русском учете с 2020 года тоже есть такая статья, но при переходе вот, как бы, к пониманию отражения этой хозяйственной операции в русском учете, почему-то разработчики этого дополнения, этого инновации, они остановились на полдороги. И стандарт в русском учете звучит как бы наполовину. Я не буду сейчас вдаваться в нюансы, потому что это требует большего времени. И милости просим на курс, там мы об этом, конечно же, будем говорить подробно. А пока вот просто примите на веру, что в каких-то вариантах при переходе иногда бывает вот как бы такой недолет, так скажем. Ну, я вот говорю с вами о переходе на РСБУ и говорю о необходимости знания международных как первоисточника для бухгалтера, который вот, работает исключительно в российской бухгалтерии, и его волнует вот этот комфортный переход на новые документы, на новые федеральные стандарты бухгалтерского учета уже в рамках исключительно российской бухгалтерии. А мы с вами, разумеется, говорим о принципе, возможностях, которые дает знание МСФО при карьерном росте любого свойства. Потому что если вы хотите даже на позицию рядового бухгалтера, посмотрите вакансии, там везде требуется знание МСФО. Я уже не говорю о должности чуть повыше. Начальник отдела, зам главного бухгалтера, главный бухгалтер. Это уже просто уже не просто знание МСФО, это нужна еще и международная сертификация по этой специализации. Поэтому, разумеется, знание МСФО – это просто необходимо для того, чтобы вы двигались по карьерной лестнице. И еще я имею в виду и движение, что называется, вширь. То есть вы понимаете, что требования МСФО для крупных компаний – это то, что необходимо абсолютно, без этого просто ваше резюме рассматривать не будут. А понятное дело, что если вы в начале своего пути в области финансового учета, то вы, допустим, если начинаете с небольшой компании, набиваете, что называется, руку, профессионализм, нарабатываете дальше, у вас, естественно, желание работать в известных компаниях со всеми преференциями, со всеми бонусами, плюсами, не только в зарплате, но и, как правило, крупные компании, они социально ориентированные, со множеством всевозможных бонусов, с комфортными условиями работы, даже физическими, я имею в виду расположение офиса, сам офис, условия работы, условия, режим работы и так далее. Поэтому понятное дело, что, естественно, хочется работать в известных компаниях с тем, чтобы ваше резюме выглядело нарядно, красиво и свидетельство о том, что вы можете работать в компаниях даже самого высокого международного уровня. Кроме этого, если вы, допустим, хотите двигаться по разным сферам деятельности, это страшно полезно, очень эффективно. Это и независимость ваша
мало ли, как жизнь складывается. Допустим, сейчас все замечательно, прекрасный работодатель, любимая компания, как у меня, например, наш центр, да, все замечательно, но обстоятельства жизни, даже не связанные с, допустим, с какими-то личностными отношениями, а просто жизнь может сложиться так, что вы переезжаете в другой регион или вынуждены поменять место работы в связи с тем, что вам нужен другой какой-то график работы. Ну, в любом случае, какая-то движуха. И вот для того, чтобы вы были универсальным специалистом, скажем, вот вы работали в коммерческих компаниях, вам захотелось поработать в банковской сфере. И вы идете, понятно, поначалу вы идете в отдел оценки, как бы правомочность выдачи кредита какого-то. Для этого, разумеется, вам несут отчетность, наряду с РСБУ вам непременно принесут отчетность по ПСФО. Из этого сейчас просто не анализируется отчетность. Я уж не говорю о том, что по группе компаний это обязательно консолидированная отчетность. То есть если у вас, допустим, в составе вашей группы компаний 10 юрлиц, то вы просто при представлении инвесторам, кредитовании, вы обязаны представить единую отчетность по группе компаний. Именно это анализируют банки для того, чтобы решать вопрос о кредите. Сейчас не проблема кредит взять, но, как всегда, есть желание взять под хороший процент. Разброс кредитования сейчас велик. Можно взять кредит под 12%, а можно под 8%. В зависимости от того, каковы ваши ресурсы. И кроме этого, вы получаете возможность перейти уже в отдел, в подразделение, которое занимается управленческой отчетностью. Тут я должна сказать, что, разумеется, если качественно анализировать значимость для собственников, прежде всего, значимость отчетности, скажем, той отчетности, которую мы несем в налоговую, и той отчетности, которую мы формируем в управленческих целях, то тут даже разговора нет. Если вы помните, кто-то, если по возрасту помнит, лет 10-15 назад главный человек был главбух. А когда поняли, что если уж налоговая приходит, то штраф все равно будет, и качество бухучета, конечно, имеет значение, но в принципе, да, если уж налоговая пришла, платить придется. Поэтому сейчас в фокусе, разумеется, управленческая отчетность, которая дает реальную картину бизнеса, она составляется в большинстве компаний по правилам МСФО. Именно потому, что я сказала, что МСФО – это лучшее, что придумано человечеством в области формирования отчетности, в области учета, а потом, естественно, отражение все это дело в финансовых отчетах. И как состояние бизнеса в балансе, и как рентабельность, то есть целесообразность вообще, стоит ли заниматься этим бизнесом в отчете о финрезультате. Поэтому, разумеется, значение управленческой отчетности несравнимо выше, чем отчетность, которую представляют налоговую, да и даже вот та отчетность, по которой отчитываются в Центробанк, МСФО-отчетность, она, безусловно, более информативна и достоверна, чем тот вариант, который мы несем в налоговую инспекцию. Собственно, то, что мы несем в налоговую инспекцию, интересно только налоговикам и только в двух цифрах. Сколько НДСа, да, собираемся платить, и вдруг найдется желающий, чтобы к нему проверка пришла,
ну, кто-то показал убыток, да, по отчетному периоду, все, и больше она никому не интересна. А инвесторам она не интересна, потому что, ну, как вы знаете, у нас там НДС и прибыль носит, ну, как бы сказать, корректно говоря, расчетный характер. Поэтому вот в этом отношении, разумеется, она не информативна. И фокус любой компании на управленческую отчетность. Времена сейчас сложные, и не только для российских компаний. По сути, мировой кризис экономический, как он начался в 2008 году, так он и продолжается. Никто не может похвастаться какой-то стабильностью, то одно, то другое. Всех лихорадит, поэтому очень важно отслеживать результаты реальные по каждому периоду. И управленческую отчетность в компаниях делают, конечно, гораздо чаще, чем то, что бухгалтерскую несем налоговую. И, как правило, это, конечно, делается по правилам МСФО. Не говоря уже о том, что консолидированная отчетность, вот эту в целом, а что может быть дороже для собственника, чем взгляд в целом на весь бизнес? Не по отдельным компаниям, а в целом ответ на вопрос, может, он уже банкрот, да, ему уже надо как бы прикрывать какие-то дивизионы. Поэтому управленческая отчетность – это прежде всего отчетность по правилам МСФО, и она требует, конечно, очень хорошего знания отчетности МСФО и практических процедур формирования отчетности, я имею в виду трансформации, консолидации, но это уже практические курсы, а прежде всего базовых знаний самих стандартов. И в конечном итоге это ваша возможность перейти из, допустим, российской бухгалтерии в новую сферу деятельности, в отдел, где формируется финотдел, где формируется управленческая отчетность, и уже стартовать с должности, допустим, финаналитика. Не говоря о том, что, еще раз повторяю, знания МСФО сейчас это просто необходимая строка в резюме на должность выше начальника отдела, как в российской. А в управленческой начинаю вот с финансового аналитика. Ну, а что касается дальнейшего движения, начиная с зама крупных компаний, зама главбуха и главных бухгалтеров, то там уже для даже российского главбуха, который не занимается формированием международной отчетности, для него... Если вы посмотрите вакансии опубликованные, требуется международная сертификация. Когда вы приходите к нам на базовый курс, конечно же, мы в конце курса вас сертифицируем, и работодатель знает этот документ, но ни в какое сравнение этот сертификат не идет с сертификатом международным. И вот в обойме тех курсов, с которых стартует базовый курс, а все это, весь этот цикл заканчивается курсом подготовки к международной сертификации. Это документ, который позволяет вам работать в любой стране мира без привлечения. Это я просто вам как бы конечные говорю вещи, которые на курсе я подробненько излагаю. В силу того, что отчетность по международным стандартам, как я вам сказала, необходима транснациональным компаниям с представительствами во многих странах, то практически в любой стране вот этот документ позволяет вам сразу приступить к профессиональной деятельности. А если вы переезжаете в другую страну и собираетесь там работать, минуя стадию вот этой вот мучительной ожидания омологации своего диплома, даже если он у вас международного уровня, да, то это где-то год, даже в самых лояльных странах, идет на подтверждение в
вашего профессионализма. Этот документ, который вы получаете даже на курсе DPFOR ECCA, когда сдаете, а мы готовим к этому экзамену, то вы сразу можете приступать к профессиональной деятельности. Понятное дело, что нужен языковый сертификат, но вот при наличии этого документа, по сути, речь идет как минимум о экономии года жизни. Кроме этого, международный сертификат дает вам право участвовать в международных стандартах, и, допустим, в Москве по интернету предлагайте свои услуги и участвуйте в трансформации, консолидации компании в другой стране, удаленно, дистанционно. Это тоже практика распространенная, этот документ дает вам такое право. Вот чтобы подступиться к этим широким возможностям, в результате этой деятельности вы можете планировать и свою жизнь, да, и свою работу. Это может быть даже сезонный какой-то характер. Вот для старта, конечно же, прежде всего необходимо знание самих стандартов, которые даются на базовом курсе. И если говорить об особенностях курса, то я должна сказать, что малейшие, новейшие все изменения, которые еще только предстоят, разумеется, находят отражение на этом курсе. А каждый стандарт, с которым мы знакомимся, мы закрепляем какими-то практическими ситуациями в учете. Кроме того, на базовом курсе я сразу даю навыки консолидации, поскольку это навыки универсальные, они работают для любой системы отчетности, то вот прямо уже на этом курсе вы сможете научиться составлять и консолидированную отчетность. Это, можно сказать, верх, который составляет топ нашей профессии. А на этом курсе мы с вами не только познакомимся с вот этой системой, концептуальностью вот этого подхода, присущего международным стандартам. Они все взаимоувязаны. И вот эти принципы именно системности, они здорово сразу ощущаются. Ну, кроме этого, разумеется, мы будем говорить о таких совершенно конкретных пока что отличиях, которые существуют между международной системой формирования финотчетности и российской. Кроме этого, вы сможете анализировать отчетность, которая составлена в соответствии с МСФО. Вы на базе этой отчетности можете уже составить картинку финансового положения любого бизнеса. В рамках даже базового курса вы будете понимать, как, по сути, переделать российскую отчетность в отчетность по правилам МСФО. И еще раз вы сможете составлять отчетность по группе компаний. Сам курс 40 часов. Ближайший курс стартует 30 мая. 40 часов, которые разбиты на 5 занятий. Я говорю о 40 часах академических. То есть каждое из 5 занятий начинается в 10 утра, заканчивается в 5 вечера с перерывом примерно где-то час и с небольшими перерывами там, полтора часа, перерывчик, полтора часа, обед и вот в таком духе. Заниматься, в принципе, можно как очно, то есть в аудитории, можно по вебинару, можно очно-заочно, можно индивидуально. Есть открытое обучение, есть так называемый мега-курс, куда входит базовый как одна из составных. Все варианты, возможные вообще в природе, предусмотрены. Поэтому как вам удобней, есть вечерние занятия, ну вот обычно предпочитают вот эти дневные, которые идут
по субботам или воскресеньям. До 5. Хотите по вебинару, как мы сейчас с вами беседуем, хотите, приходите в аудиторию. У нас арендуется и в нашей, так сказать, собственно, бизнес-центр, удобное расположение недалеко от метро. Все это в вашем распоряжении. Ну и вот, так как к нам не подсоединился менеджер, который представит вам центр поглубже, я, в свою очередь, жду от вас вопросов любого свойства уточняющего по организационному моменту, как курс выстроен, или по сути. Любой вопрос касательно стандартов МСФО, вот этого базового курса, который, по сути, мы с вами за эти 40 часов изучаем материал, который изложен на 2300 там, с хвостиком страниц. А это не значит, что мы идем по верхам. Уверяю вас, все главное содержание, вы в этом убедитесь, поэтому я с полным, так сказать, основанием говорю, что содержимое мне удавалось и удается, и в будущем, надеюсь, удастся передать достаточно ясно, чтобы у вас как раз вот сложилась вот эта вот целостная система и понимание, насколько идеологически это совсем другой подход. Итак, ваши вопросы любые. По этой теме все, что вас интересует. Пожалуйста, не стесняйтесь, можете через микрофон. Екатерина, Лилия, Максим, Станислав, любые вопросы. Коль вы пришли на этот курс, наверное, на этот семинар, наверное, есть интерес, поэтому не стесняйтесь. На этом курсе вообще простых вопросов нет. Они, может быть, выглядят просто, на самом деле. Еще раз повторяю, вот этот курс, он дает более глубокое погружение в принципе в нашу специальность, я имею в виду в целом финансовый учет. Вы абсолютно точно повысите свой профессиональный уровень. Итак, еще раз обращаюсь к вам. Ну и вот преференции, вот тут некие, я вот пока не вижу присоединившегося менеджера, поэтому чуть-чуть расскажу вам буквально в двух словах о том, что этот курс, он в обойме 5 курсов. Этот курс вас знакомит с международными стандартами в основе, а затем идут 2 практических курса, которые позволяют формировать отчетность уже по международным стандартам. Это более короткие курсы, трансформация, консолидация. И после этих 2 курсов вы уже сможете работать в любом отделе МСФО. Другое дело, что если вы меняете, допустим, компанию, то без международного сертификата вас в отдел МСФО не возьмут, зато с удовольствием возьмут на соответствующую должность в российскую бухгалтерию, ибо те, кто помимо российского свода наших документов знают еще международные стандарты, они, безусловно, приоритет, безусловно. Тестировать могут и будут, ну и весь курс я строю так, как будто вас тестируют или вы сертифицируетесь. То есть, уверяю вас, все конкретно, ясно, как правило. Во всяком случае, когда мне задают вопросы, я не перестаю объяснять вплоть до того, что человек мне
присылают, обычно мы договариваемся, что если все понятно стало, то присылают значок плюс. А пока этот плюс не появится, я объясняю то так, то сяк, то эдак, но вплоть до абсолютной ясности. Так что, уверяю вас, у вас будет понимание и каждого стандарта, и всей системы в целом. Еще раз призываю вас спросить меня любой вопрос касательно любого курса и базового прежде всего, и организационных моментов, и документов по завершении курсов. Все что угодно. Я в вашем распоряжении. Ну, если вопросов нет, тогда жду вас на базовом курсе по МСФО с продолжением дальше практических навыков. И желаю вам всего доброго, не только по МСФО, в принципе, всего доброго. Да, ради Бога, с удовольствием, пожалуйста. Надеюсь, было полезно, информативно. Еще раз всего доброго. До свидания.